Неприятно. Венеция. С корабля это сама. Глаза, да, надо быть. Я тебе скину. А у Маши будет полметра. У меня не бывает такой фрикции, как у вас. Я потом могу в программе только ускорить. То есть он достаточно медленно. А сколько ей? Сколько ей? Уточнение. 4 часа. 4 часа. С двумя остановками. А я когда первый раз в Венецию приехала, вышли из вокзала, и ко мне подходит какая-то бабка и говорит: «Вам нужны билеты на Папарацци?» Я говорю: «Нет». Она говорит: «Ну вот, у меня билеты на Папарацци безграничные, берите». Я говорю: «Слушайте, что вы хотите?» Она говорит: «Берите билет». Я говорю: «Сколько стоит?» «Бесплатно». Бесплатно билеты, мне просто нам пришлось уезжать. Вот на 2 дня, если бесплатный билет, это безграничный. Ну и на самом деле? Да. А ты ей что-нибудь тоже не дала, да? Да. Идите от меня встать. Еще у нас женщина соберет. Не надо мне ничего тоже. Ты там часто была? Часто была? Да. Но помалу. Там нужно много ходить. Очень хорошо. Единственное, я говорю, телефон на кораблике, его надо привязывать на руку чем-то. Тоже ты могу скинуть. Могу вам подскидывать миллиард. Мы вообще что-то не выкладываем, ну, то есть, как обычно, знаете, на фотках. Да, Ксюшка еле переступила через себя, чтобы выложить. То, что некогда. Потому что мы выложили, что мы улетаем, и все, и исчезли. Уже люди стали писать. Как? Вообще где? Потому что когда такая насыщенная программа, уже не хочется. Ну да, хорошо или хочется чего-то. Ну, прекрасно. Надо все равно выиграть, заморочиться.